Слушай, а если трюк сделать какой-то? Подожди, я сейчас по глупости предлагаю, наверное, неправильно. Можно ли под ним про это самое? Тын-тын. Он туда, а она туда. Подожди. Катастрофа. Скандал. Почему же скандал? Ну, у меня какой-то... У нас есть музыка. Ну... У нас есть два человека. У нас есть два человека, которые должны кататься под эту музыку. У нас есть тренер, у нас есть хореограф. Но у меня очень много каких-то сомнений в этот раз. Два, три, четыре, пять. Туда шесть. Мы полностью отдались нашему хореографу Александру Жулину. Игорь Аршлек. Игорь. Грешек. В общем, это их придумка. Ну, короче, поклонницы Алексея, берегитесь. Почему же это? Потому что я не знаю, какова будет их реакция на твое перевоплощение. А что, я буду очень хороша, как всегда. В общем, блюз, в общем, стиляги. И как-то вот в этой вот теме, вот в этой вот форме мы пытаемся найти себя. Но найти не можем, понимаете? В общем, это эксперимент, дорогие друзья. Вот. Да. Ну, да, вот. На льду Екатерина Стриженова и Алексей Атиханов! Понятно, что костюмы призваны вводить нас в определенное заблуждение. Катя и Леша вместе с тренером Александром Жулиным выбрали, как музыкальное сопровождение, тему из кинофильма «Братья Блюз». Классный номер, классный танец. Аферист кидала, в конце концов, налетчик Алексей Тихонов, новая для него роль. И поначалу думаешь, ну да чего же испугалась Катя Стриженова,
На что способна женщина со страху? И только в конце танца выясняется, что она подстава, что она офицер полиции. Замечательный номер. Аплодирую вместе со зрителями, вместе с Катиным мужем Сашей. И думаю о том, что только в одной поддержке Катя наверху замешкалась. Вот за что строгое жюри может снизить баллы. А вообще катание, ну, такое выразительное. Я бы сказал, сверхвыразительное. Поэтому я надеюсь, что жюри не будет суровым и жадным.